Уважаемые женщины, матеря, бабушки, девчатки, дочери, сегодня хочу поздравить вас с прекрасным праздником 8 марта, праздником весны. Пожелать вам действительно всего самого лучшего и хорошего. Спасибо, что вы есть. Если бы вас не было, то, наверное, мы бы не состоялись. Хотя мы носим отчество отца, но нас родили прекрасные наши славные мамы. Поэтому в этот прекрасный день хочется поздравить вас, пожелать вам мира, благополучия, семейного счастья, чтобы действительно в вашем доме был уют, тепло, мир, покой, чтобы между детьми и родителями были взаимопонимания. Это очень важно. Поэтому желаю вам счастья, Божьих благословений. Пусть у вас все получится, состоится. И все определения, которые имеет о вас прекрасный, чудесный Господь, Он исполнил для каждого из вас. Мое пожелание как священника, как пастора – пожелать вам место Священного Писания. Там миловидность обманчива, а красота суетная. Но жена или женщина, или женский пол, да тот, который боится Господа, достоин хвалы. Поэтому пусть действительно в этот день мы получим много цветов, радости, счастья, хорошего и благословенного. Спасибо. Благословения вам.